Привет, просветители! Думаю, многим из вас знакома ситуация. В новогоднюю ночь среди прочих обещаний, ну уж в этом году-то обязательно, конечно. В этом году, конечно, твердо решаешь начать заниматься спортом. Покупаешь классные кроссовки, яркий спортивный костюм. Что? Одежда должна вдохновлять. Записываешься в спортзал, сообщаешь всем друзьям, что ты теперь новая личность, и сладкое ты не ешь. Завтрашнего дня. Поэтому вон тот кусок торта оставьте. Приходишь первый раз в качалку, глаза вот такие, хватаешься за один тренажер, второй, третий. А вот это что такое? Здесь один раз, там два раза, тут пара подходов. Да мне кажется, я и больше подниму. Как итог, сорванная спина, больные колени и спортивный костюм, заброшенный на самую дальнюю полку. Спорт это не мое. Я буду интеллектуальным развитием заниматься. Вообще, знаете, иностранные языки сейчас максимально в тренде. А кто-то спорит? Ты вообще сам с собой разговариваешь. Отправляемся в книжный магазин. Покупаем самоучитель. Естественно, классику на иностранном языке. Уж если читать на немецком, то только ремарка. Ich spreche ein bisschen Deutsch und ich lese sehr gern. Меняем язык телефона. Очень важно погружать себя в языковую среду. Занимаемся 2 дня, 3, неделю. Месяц. А ремарк все еще не читается. Интересно, почему? Находим самый логичный ответ. Мне просто этот язык не подходит. Если так подумать, я всегда увлекался японской культурой. Буду учить иероглифы. Не буду. Через неделю понимаю, что Японию я люблю, но Китай наш главный товарищ. Интересно, знает ли об этом Китай? Начинаю учить китайский. Я просто поддерживаю свою страну. А с другой стороны, нужны ли настоящему патриоту иностранные языки? Возможно, не в таком утрированном виде, но тем не менее подобное проходили многие из нас. Отсутствие какой-либо системы, максимально странная аргументация, надежда на быстрый результат, желательно через пару дней. Но быстро можно только ногу сломать. Я не проверял, но мне рассказывали. Что-то по-настоящему серьезное и комплексное практически всегда требует времени и сил. Если мы, конечно, не говорим про российское министерство просвещения. Кто о чем, а Павел о своих баранах. Если мы хотим прийти из пункта А в пункт Б, а не просто по кругу ходить, нужно время. Когда у человека 7 пятниц на неделе, цели меняются быстрее, чем я успею сказать. Я люблю родные березки. Обычно у окружающих это вызывает некий скепсис. И с течением времени наш товарищ понимает, что орать на каждом углу «Завтрашнего дня новая жизнь» – не лучшая идея. Но, как вы понимаете, раз уж этот ролик вышел, кому-то этот подход не особо нравится. И проблема заключается в том, что данным товарищем является не Сережка из 8 Б и даже не Юлька из 2 подъезда, которым сам Бог велел без конца мнение менять. Что вы от Юльки хотели? Не забеременела в 16, уже хорошо. Увы, подобным ветреным характером обладают и люди, от которых зависит будущее нашего общества. И самое веселое, они уже даже не пытаются это скрывать. Министерство просвещения России разработало проект приказа об исключении вариативных модулей гольф и чирспорт из уроков физкультуры. Да, я знаю, какой вопрос у вас тут же появился. А что, у нас в школе был гольф? Ну, по бумагам, да. По бумагам у нас вообще много чего в школе есть. Учителя, например. Кстати, если бы вы были подписаны на мой телеграм, то про все подобные новости уже бы знали. Все о российском образовании именно там. А теперь просто попытайтесь догадаться. Как вы думаете, почему Минпрос решил, что гольфу и чирлидингу не место в российских школах? Внимание, мы говорим о Министерстве просвещения, поэтому соотносите свои ответы и держите в уме, что на дворе 24-й год. Правильно, гольф не соответствует российским традиционным ценностям. Каждый, кто подумал, что российские школы просто не обладают материально-технической базой для подобных уроков, во-первых, позор, а во-вторых, я тоже так подумал. Еще когда о введении гольфа только заявили. Ведомство пояснило, что эти практикуемые за рубежом дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. В случае одобрения приказа он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Еще раз и медленно, чтобы вы могли осознать всю глубину дна. Вид спорта, в котором человек клюшкой пытается загнать мячик в лунку, не соответствует российским
нравственно-этическим нормам. А можно, пожалуйста, узнать, каким? Возможно, кто-то просто в Last of Us 2 переиграл. И если в случае с черлидингом я хотя бы предположить могу, что здесь нетрадиционного увидели, вместо того, чтобы рожать новых налогоплательщиков, девушки ноги поднимают и помпонами размахивают. Да, согласен, позор. Каждый по памперсу в руки и вперед демографию улучшать. То, что в гольфе не так, для меня тайны за семью печатями. Спорт богачей? И сейчас, пока вы пытаетесь отойти от этой информации, я попытаюсь вас окончательно добить и скажу, что это еще не самое веселое. Дна мы пока не достигли. Пора привыкнуть. Сейчас все, что связано со школой, будет проходить под знаменем патриотизма и традиционных ценностей. Вот это просто данность. Примите ее. Министерство просвещения десяток постов в своей телеге посвящает новости. В стране появился Всероссийский родительский комитет. И на первом же заседании этого комитета звучит вот такая прелесть. Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Кучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета. Неплохое такое заявление, скажу я вам. Все знают, что это ошибочная теория. Она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это теория Дарвина. Неправда. Это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям? Даже не знаю. Ученые, наука. Какое в принципе отношение имеет религия к школьным учебникам в светском государстве? Ну, очевидно, самое непосредственное. Но опять же, это 24-й год. И если вы давно на этом канале, то подобные заявления уже не должны вас удивлять. Да, в нашей стране виды спорта теперь, похоже, делятся на правильные и неправильные. Когда я снимал ролик о сенаторе, заявившем, что мужчина, который посещает тренажерный зал, это нетрадиционно, мне многие писали. Павел, но это мнение одного человека. Пожалуйста, теперь схожие идеи целое министерство разделяет. Из учебников требуют что-то удалять, потому что религия это не поддерживает. Естественно, уже на следующий день эту идею некоторые поддержали. Вот, пожалуйста, читайте в моей телеге. Так вот, все это меня уже давно не удивляет. Ну, такова наша реальность. Но меня продолжает удивлять дикий непрофессионализм. Эти люди даже то, что они пытаются продвигать, сделать нормально не могут. Вот как вы думаете, кто изначально предложил ввести гольф в школьную программу? На минуточку, тот вид спорта, который не соответствует нашим традиционным ценностям. Внимание, варианты ответов. А. Квадроберы. Б. Павел Остапов. В. Обама. Г. Минпрос. А теперь просто дышите. По документам, гольф существует в российских школах с 1 сентября 2024 года. Это приказ Кравцова. А уже 19 сентября, то есть спустя 18 дней, Министерство просвещения требует удалить гольф из школьной программы. А теперь просто скажите, что я придираюсь к настоящим профессионалам и постоянно вижу один негатив. Когда у меня в прошлом декабре Wildberries 150 тысяч украл, они мне деньги дольше возвращали, чем это предложение продержалось. Люди, которые получают зарплату из наших налогов, сначала решают, что российскому образованию гольфа не хватает, а потом, через 2 недели, неожиданно узнают, что это неправильный вид спорта. Простите, а вы точно эксперты? А вы точно про системный подход слышали? Детишки, с этого года у нас будет гольф. Чего? Не, уже не будет. Со следующего года отменяют. Чего? И, наверное, это уже не переплюнуть. Правда? Ведь правда? Мои милые наивные желторотики. Сейчас я разобью ваши розовые очки. Когда министерство только представило проект «Каждому по клюшке», у некоторых депутатов это вызвало некое недоумение. Нет-нет, не волнуйтесь. Это только такие бузатеры, как мы с вами, думаем о том, как эта школа будет проводить? Это, кстати, уже новый уровень просветления. Я теперь даже не задумываюсь, зачем. Ответ в любом случае будет затем. Я просто спрашиваю, как
и кто это будет вести. Но у наших законотворцев вопросы были гораздо более насущные. Партия коммуниста России направила протест в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, отметив, что игра в гольф является традицией недружественных западных элит. А теперь просто послушайте ответ Минпроса. Раз, два, три, жопочка, гори! В министерстве уверены, что гольф может сформировать у школьников чувство патриотизма, нравственные качества, честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм. Даже не буду пытаться понять, каким именно образом гольф формирует чувство патриотизма. Я уже говорил, хочешь, чтобы твою инициативу приняли, просто добавь слово «патриотизм» и убери слова «международный», «зарубежный», «толерантный». Это еще одно предложение Минпроса. Так вот, еще буквально в середине этого года гольф у нас, ну разве что кошек из горящих домов не спасал, а в сентябре оказалось, что он не соответствует традиционным ценностям. И это все заявляет одно и то же министерство. Одно и то же. Вы сначала объясняете, почему вы вводите гольф, потому что он якобы патриотизм развивает, и нравственные качества просто плюс 100-500 получают. А потом? Нет. Нравственность уже не та в гольфе. Чего? Объясните мне, пожалуйста, как этих людей можно воспринимать серьезно? Как они куда-то могут вести образование? Не, ну, точнее, я понимаю, куда они могут завести образование. Сначала одну новость с радостью публикуют. Вот, у нас тут гольф появился. Ой, какие мы молодцы, не волнуйтесь, патриотизм будем с помощью гольфа повышать. А потом через 3 месяца точно так же новость. Нет. Гольф нельзя. Гольф не соответствует. Что из этого хоть как-то соотносится со словами «наука» и «система»? Можно узнать? А теперь просто представьте лица администрации тех школ, двух, где все же нашли спонсоров и купили инвентарь для мини-гольфа, например. У нас отмена, Галя! Похоже, самое быстрое в истории образования. Предлагаю все новости с телеграмма Минпроса сопровождать вот этой музыкой. Ну, чтобы сразу же на правильный лад настраиваться. 18 дней. 18, Карл! Ну что, пацаны, катку в гольф? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы, и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Например, все записи моих стримов, на которых я смотрю отборную трешанину и обсуждаю с вами последние новости, именно там. Кстати, сейчас на экранах увидите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Но отдельная, гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17:00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и не играйте в гольф.